Вечер добрый. Это «Подробности недели». Я Дмитрий Анопченко. Давайте вспомним, о чем мы с вами переживали, спорили, волновались на уходящей неделе. Ну, конечно же, о том, что происходит на фронте, как там ситуация, ждать ли обострения. Еще один вопрос, который разделил нас с вами. А как быть с Донбассом? Вот кормить или блокировать? По-прежнему бесплатно давать газ и электричество или перекрыть вентиль? Ну и, конечно же, тема, которая в эти выходные никого не оставила равнодушным – курс гривны. Гривна свалилась. Свалилась до самой низкой отметки за всю историю. На межбанке курс взлетел выше 15, и, похоже, это еще не предел. Ведь даже по этому курсу доллар в обменниках не найти. Цены, ну, сами знаете, растут. Вот владельцы заправок уже собираются повышать стоимость топлива. Ведь, как и большинство других товаров, оно в основном импортное. Так что даже легкая паника заметна. В эти выходные кто полный бак по старой цене заправляет, кто наперед скупает все, что может пригодиться, лишь бы не держать дома стремительно дешевеющую гривну. Ну и самое интересное, что глава Нацбанка Гонтарева, министр финансов Шлопак пытаются сохранить лицо. Говорят, экономически обоснованный курс доллара не выше 12-13. Ну что же происходит на самом деле? Давайте прямо сейчас попробуем в этом разобраться. У нас на связи два ведущих экономических эксперта. Александр Охрименко и Ярослав Жалила. Добрый вечер, спасибо, что присоединились. Скажите, а насколько вообще может упасть гривна хотя бы вот до конца года? Ярослав. Очень трудно спрогнозировать, потому что здесь работают еще и внеэкономические факторы. Прежде всего, это война на Востоке. И, во-вторых, это начало работы нового парламента и политическая ситуация в стране в этом контексте. Возможно ли 20, или вы все-таки говорите о 14? То я бы сказал, что до конца... Нет, если не будет вот тех рисков, о которых я сказал в активной фазе, то экономика, я думаю, вполне в состоянии, ну, 14, то возможно 14. То есть я не вижу основания для глубокого падения. Александр, со ссылкой на вас агентство передавали, что возможно и 20, так ли это? Да, возможно, и 20, это пессимистический прогноз, но такой риск существует. Это не 100% гарантия, действительно, может быть револьвация к 14, но риск 20 существует, и его надо учитывать. Это экономический, к сожалению, фактор влияет тоже. Давайте вместе разберемся, вот может ли государство что-то сделать, не поздно ли, или уже ситуация стала неуправляемой? Ярослав. Ну, прежде всего, Нацбанку, несмотря на то, что он отказался от фактической фиксации курса, нужно сохранять по мере возможности административное ограничение спекулятивных операций на рынке. Потому что значительна роль именно спекулятивных операций. Кроме того, повторюсь, будут работать факторы, которые будут несколько укреплять гривню. Это поступление от экспорта агропродукции, это сброс излишней валюты теми, кто набрал ее в предыдущие периоды. И, ну, будем надеяться, если все-таки произойдет улучшение, более спокойная ситуация на востоке страны. Александр, а вы согласны, что это спекуляции, вот то, о чем ваш коллега сейчас говорит? Это будет позитив. Ну, спекулянты были и всегда и будут, но все-таки я считаю главный фактор другой. Если руководство Национального банка вспомнит методы, которые в свое время использовал Ющенко в 90-е годы, Стельмах 2008 год, ну даже Арбуза 2012, и использует эти методы, а не те, которые они сейчас используют, мы действительно получим курс 13, курс 14. Ошибочные методы. На сегодняшний момент они очень много списывают на Донбасс. Донбасс влияет, я не спорю. Но их ошибки влияют еще больше. Ошибочные методы НБУ. Вот что мы получили. Причина в новой витке девальвации. Надо вспомнить, опять повторю, методы 90-х годов. К сожалению, вернули к 90-м. Спасибо. У меня очень короткий к вам обоим вопрос. Вы знаете, люди сейчас нас смотрят. Знаете, какой у зрителей вопрос? А будет ли дефолт? Возможен ли он? Грозит ли нам дефолт? И когда? Ярослав. До сих пор у нас была нормальная кредитная история, то есть Украина могла находить выходы даже из сложных финансовых ситуаций. Я не думаю, что можно всерьез об этом говорить. Хотя, конечно, проблема важна, и поэтому улучшение ситуации с платежным балансом должно быть в центре внимания правительства. Александр, как вы думаете, потому что многие эксперты, в том числе МВФ, говорят, что 18-20 это уже не просто в зоне риска, это уже нереально. Возможен ли дефолт? Это не риск. Смотрите, вероятность дефолта 72%, не 100, повторяю, 72, но есть. То есть что вы, в этом году, скорее всего, не будет. В том году риск может еще вырасти. У нас, к сожалению, платежный баланс минус. Это очень печально.
Я понял. Спасибо вам огромное за то, что присоединились. Нам важно было услышать экспертное мнение, вот не просто информацию сообщить. Ну и хочу еще пообещать о том, что будет дальше с гривней. Мы обязательно будем спрашивать сегодня наших гостей, как обычно, их будет много, в том числе и вот второй человек в украинском правительстве, вице-премьер Гройсман и лидер оппозиции. В общем, будем разбираться в происходящем, будем разбираться вместе с вами и в прямом эфире. Ну а пока сменим тему и поговорим о ситуации на фронте. Что происходит здесь и сейчас, знают наши военные корреспонденты. Вениамин Трубачев в Луганской области, Руслан Смещук в Краматорске. Ну вот, а еще, прямо сейчас на связи Мариуполь, там командир батальона «Святая Мария» Дмитрий Ленько. Мы со всеми ними прямо сейчас поговорим, узнаем последние новости. Ну и начнем с Луганской области. Вениамин, какие у вас новости, что происходит? Да, Дмитрий, в Луганской области по-прежнему вот напряженная обстановка, боевики не прекращают обстреливать позиции украинских сил, практически это происходит круглосуточно. Самая сложная ситуация сейчас в районе трассы Бахмутка, я там сегодня вот работал и могу сказать, что по этой дороге сейчас мало кто ездит, в основном это местные жители и военные, и находиться там в принципе сейчас очень небезопасно. Постійно стріляють, постійно чути розриви, що з наших позицій, що по сторони противника. Обстріли чути в основному вночі, постійно чути взриви. По данным разведки, на территорию Донбасса продолжает приходить военная техника из России. В основном это гаубицы и грады, и украинские бойцы это уже, в принципе, почувствовали на себе. Они говорят, что интенсивность обстрелов постоянно увеличивается, и вот такова тенденция вот всей этой недели. Причем военные предполагают, что по ту сторону противника прибыли хорошо обученные специалисты из числа кадровых военных. Это люди не обученные, это люди профессионалы, что пролетают беспилотники и ложат разрывы буквально в тот пятачок, ложат очень точно. Обучить человека за месяц, за два так работать, это нереально. А кто это тогда? Ну это скорее всего российские военные. Все чаще боевики также используют так называемую чеченскую диверсионную тактику, подбираются вот близко к украинским позициям на автомобилях, затем стреляют из минометов, после этого загружают их обратно и быстро уезжают. И вот выявить такие мобильные группы довольно сложно. И вот в то же время, несмотря на такие обстрелы, украинские военные продолжают сооружать оборонную линию вокруг занятой боевиками территории, там строят блиндажи и опорные пункты, также размещается техника, это в основном зенитки и боевые машины пехоты. Я не хочу, чтобы это дальше поползло на Украину. Это ж не от меня зависит. Я делаю все зависящее от себя, допустим. Так же само. Ну, то есть, готовы положить свои жизни. Тоже у нас есть и дети, и жены, и матеря. Все равно мы сюда пришли, потому что что надо. И вот еще один интересный факт. В прифронтовой зоне появились пограничные пункты пропуска. И вот один из таких блокпостов находится при выезде из Лисичанска в сторону Луганска. Снимать там нам запретили. И вот если раньше просто проверяли паспорта, то вот сейчас, Дмитрий, все данные заносят в компьютерную базу. И уже такая проверка, как на границе, в принципе. Спасибо, понятно. И еще одна болевая точка на карте Украины, Краматорск, Донецкая область, там Руслан Смещук. Руслан, последние новости, пожалуйста, кратко. Дмитрий, вот сегодня мы побывали в нескольких километрах от Донецкого аэропорта, и вот за текущие сутки ситуация там существенно обострилась, там все время идут боевые действия, причем боевики используют тяжелое вооружение, это танки, артиллерия и крупнокалиберные минометы, и вот те силовики, с которыми мы пообщались, уверены, что сепаратистам завезли свежие боеприпасы и новое вооружение. Стала ощущаться вот та очередная гуманитарная помощь, которая пришла двумя поездами российской железной дороги. Это снаряды к самоходным артиллерийским установкам, снаряды к танкам, к минометам. Мы ощутили все это в полной мере. Это воюют уже не ДНР, это воюют уже кадровые российские военные. Летают беспилотники, били с
трех-четырех сторон, дабы запутать нашу артиллерию, дабы не было точного ответного удара. И вот там на позициях бойцы нам за кадром рассказали, что вот сегодня ночью было как минимум несколько силовиков погибло, а также есть достаточно большое количество раненых. Но вот эту информацию в штабе АТО нам официально не подтвердили, зато действительно подтвердили заход на территорию Украины так называемого гуманитарного конвоя с боеприпасами. За останні дві доби ми відмічаємо значне збільшення обстрілів позицій українських військовослужбовців, які несуть службу на блокпостах, опорних та спостережних пунктах в зоні проведення антитерористичної операції. В усіх секторах є таке збільшення. Все це пов'язується в першу чергу з тим, що нещодавно на територію України зайшов черговий гуманітарний у лапках конвой з території Російської Федерації. Вот мы также продолжаем следить за боевыми испытаниями квадрокоптера-разведчика, которого вот этот дрон редакция подробностей подарила бойцам батальона «Айдар». Вот, как вы можете видеть, он летает рядом с нами, исправно функционирует. Хотя вот когда он летал над позициями сепаратистов под Донецким аэропортом, его несколько раз пытались сбить, и даже вот камера дрона зафиксировала пули, которые пролетали мимо. Квадрокоптер сумел детально отснять позиции сепаратистов под аэропортом. Вот сейчас вы можете видеть эти окопы. И военные специалисты, которые вот анализировали это видео, говорят, что укрепления точно строили спецы. Еще несколько слов хотел бы сказать о гуманитарной ситуации в поселке Пески, вот, который находится всего в нескольких километрах от аэропорта. Дело в том, что по поселку не прекращаются бомбардировки. Там все еще живут люди. В основном это старики, которым вот просто некуда бежать. И Пески сейчас находятся на грани вот голода. И сегодня мы стали свидетелями, как бойцы одного из добровольческих батальонов, загрузив продовольствием автомобиль и прицеп, вот буквально прорывались туда, чтобы просто раздать еду всем нуждающимся. Жители фактически не имеют доступа нормального к продуктам, к магазинам. Поэтому, когда бойцы батальона АУН пошли в разведку и встретили жильцов, то есть там пожилые люди, пожилые дедушки, бабушки, стала резкая проблема, что у людей очень плохо с продобеспечением. Было принято решение, что необходимо обязательно помочь этим людям. Дмитрий, ну вот такая ситуация сейчас в районе Донецкого аэропорта, и похоже, что ни о какой стабилизации речи не идет, там все только обостряется. Спасибо большое за рассказ, коллеги, спасибо большое за работу, и уверен, что вот тот дрон, который наша редакция подарила ребятам, он очень-очень им помог. Еще одного человека мы можем сейчас услышать, это мнение не корреспондентов, мнение военного. Дмитрий Ленько, командир батальона «Святая Мария», он сейчас в Мариуполе, на прямой связи с нами. Дмитрий, здравствуйте. Слышите нас? Доброго вечора. Доброго вечора. Дякую, що з нами. Скажіть, будь ласка, інформація, яка буквально кілька годин тому з'явилася. Рада національної безпеки і оборони сказала, що Росія начебто готує масові провокації, щоб виправдати вторгнення своїх так званих миротворців. Чи ви готуєтесь до якихось провокацій? Яка у вас ситуація? Які у вас водні? Наскільки взагалі все спокійно? Чи ви навпаки зараз в стадії підготовки? Спокійною ситуацію назвати не можна. Сьогодні були обстріли в районі Павлополя. Один загиблий місцевий житель, один військовий, двоє військових поранених. Обстріли не припиняються ніколи. Сьогодні тричі обстрілювали, майже щодня обстрілюють. Про провокації ми знаємо. На території, яку контролюють сепаратисти, російські війська, дуже багато техніки, яку перефарбували в кольори і розпізнавальні знаки, так само, як українська техніка. Ми про це знаємо. Для чого це буде використовуватися?
відбувається. Поки що точної інформації немає. Скоріше за все так, щоб дискредитувати українські війська серед місцевого населення. Також ми постійно отримуємо інформацію і ловимо людей, які завозять зброю в Маріуполь. Для диверсій, і одну з таких диверсій терористи вчинили минулої неділі тут, в Маріуполі. Дмитрій, дякую за вашу розмову, дякую за вашу службу, дякую вам. Ну вот такая ситуация. Продолжим. Крым. Еще одна важная тема. Крым на этой неделе снова стал одной из важнейших тем в новостях. Причем поводы для этого дали как Россия, так и Украина. Ну, нововведение масса. Только представьте, неделя началась со скандала. Правозащитники заявили, что без взятки гражданин Украины из Крыма на материковую Украину приехать теперь не может. Мол, не заплатишь, садят с поезда. Гражданам страны с Крымской пропиской теперь будут относиться как к иностранцам. Это и банковских счетов, и переводов коснулось. Россия, в свою очередь, фактически признала, что сама прокормить Крым не может. Поэтому разрешила поставлять на полуостров, да-да, украинские продукты, путь для которых раньше был закрыт. Но еще пошли слухи, Крым вот-вот от воды и света отрежут. Давайте вместе во всем этом разберемся. Только что к нам подъехали гости. Проходите в студию, пожалуйста. Сергей Куницын, человек, который 8 лет был премьер-министром Крыма. Здравствуйте. Здравствуйте. Вы вот так становитесь. И народный депутат Олесь Даний. Виталий, добрый вечер. Да, вы, будь ласка, так. Пан Даний, это человек, который на этой неделе сделал ряд громких заявлений по Крыму, ну, в том числе, мол, украинские политики Крым сдали и боятся о нем даже вспоминать. И прежде чем мы начнем разговор, вот прямо сейчас на прямой связи из Симферополя должна быть наш корреспондент Юлия Кличкова. Давайте ее вызовем на связь. Да, прекрасно. Юлия, а что происходящим говорят сами жители Крыма? Добрый вечер, Дмитрий. Закрутили гайки. Именно так здесь называют действия и инициативы украинских властей относительно Крыма. В Севастополе уже ввели график отключений воды. Неудобно — это не то слово. Это ужасно без воды. И причина непонятна. Никто не объясняет нам причины. В чем дело, почему нет воды? На работе, вот я работаю, обслуживаем больных. Нужна вода, гоним воду для приготовления лекарственных форм. А отключают воду. Понимаете, перебои вот даже нам, мы страдаем, поэтому на работе, приходящие домой, если будут отключать. Конечно, это не очень неприятно. О том, что вода будет лишь утром и вечером, севастопольцам объявили местные власти на своем официальном сайте. Рассказали горожанам и о пересыхающем водоеме и призвали к экономии. Также сейчас жители Крыма опасаются и веерного отключения света. На этой неделе тут узнали, что правительство Украины планирует резко сократить подачу энергоресурсов на полуостров. Крымчане чувствуют себя находящимся на острове, да? Что к России еще вроде бы ничего не присоединили, ни моста, ничего нету, ни туннеля. А Украина уже пытается всяким образом все обрезать. Да? Конечно же, этим крымчане не чувствуют какую-то озабоченность Украины или какое-то беспокойство, да, со стороны Украины. Хотя многие еще, например, возлагают какие-то надежды, что Крым вернется, может быть. Да? Но все действия правительства и президента указывают на то, что Крым не нужен. И вот еще одна новость. Нацбанк Украины приравнял крымчан к иностранцам. У жителей полуострова тут же появилась боязнь того, что из-за этой инициативы у граждан с крымской пропиской возникнут трудности при обслуживании в банках и перечислении средств. Ты не можешь продать жилье, не можешь без пошлины вывести какие-то пожитки, не можешь, приехав в Украину, здесь проводить любые банковские операции, ну, например, взять кредит. Вот в таких условиях оказались крымчане, Дмитрий. Вроде как еще не чужие для Украины, но уже выходит и не свои. Юля, спасибо за рассказ. Мы обсудим это сейчас с гостями. Думаю, на какие-то вопросы, которые у людей, с которыми ты говорил, возникли, как раз и дадим ответы. Сергей Владимирович, Олесь, ну вот смотрите, простая ситуация. Вода пропала, обвиняют Украину. Свет пропадет, или там с продуктами будут перебои, будут опять же обвинять Украину. А вот с другой стороны, наверное, правы те, кто скажет, ну а нельзя же к своим гражданам, или же граждане Украины, относиться как к иностранцам. Вот. Ну, как здесь баланс найти, как ответить? Здесь нужно просто понимать, что
те люди, которые, вы знаете, я 6 лет был премьер-министром Крыма, 4 года губернатором Севастополя, знаю как свои 5 пальцев. Здесь нужно просто... Мы проигрываем, к сожалению, во многом и во всем. У нас... Я еще, когда я и подал в отставку с поста представителя президента в знак протеста против того, что тогдашнее руководство Украины просто беззубую политику вело по отношению Крыма. Сейчас то же самое? Ну, сейчас, вы знаете, я думаю, что нужно создать администрацию, скорее всего, в Херсонской области, которая бы занималась проблемами Крыма. Кто-то должен встречать этих людей. Там 300 тысяч крымских татар, которые насмерть стояли за Украину в большинстве своем. Там сотни тысяч граждан Украины, украинцев, да, многие, которые, если мы хотим вернуть Крым, мы должны не рвать нити. И информационная политика, ведь администрация, которая, на мой взгляд, должна быть на приграничной территории, она условно должна встречать и провожать людей. А давайте мы вот зафиксируем, чтобы наши зрители поняли. Получается, что сейчас нет даже ведомства, органа, который занимался бы вопросами Крыма и крымчан. Там есть какое-то представительство, есть какая-то дама, которая, я не понимаю вообще, чем она занимается. А и более того, информационная политика. Ведь почему в Севастополе нет воды? Потому что в Севастополе есть Черновичское водохранилище на 65 миллионов кубометров, которое снабжает город-герой Севастополь. И, ну, раз в 15-20 лет... То есть Украина ни при чем здесь? Украина не при чем, абсолютно. Но кто там сегодня правит? Адмирал Меняйло или там Чалый? Этот чудик, который там это самое... Дело в том, что там раз в 15 лет бывает ситуация, как в этом году, пересыхает, когда недостаточно осадков, оно не зависит от Северокрымского канала. Ну, вот видите, говорят, Украина виновата. Извините, пан Олесь, а вас хотів запитати, ну дивіться, все одно є вибір. Вони українські громадяни, проти них на цьому тижні, ну фактично проти них, ввели досить серйозні обмеження. Що б ви сказали? Ну, перше, Крим – це окупована територія. От я український громадянин, у якого 200 років живуть мої предки, жили, вірніше, в Криму, там могили моїх предків, мені офіційно заборонено туди з'являтися, окупаційною владою. Тобто я підпадаю під заборону. А я підтримую позицію пана Сергія абсолютно, коли він казав, що необхідно було відразу творити виконавчий орган. Причому він казав, якщо не помиляюсь, на рівні віце-прем'єра або міністра в нашому уряді. Ну чекайте, орган не зроб... орган, але люди зараз чекають якихось кроків, щоб їм показали, що варто бути українцями, варто не здавати свої паспорти. 8-9 березня я був в Криму і в Севастополі, зокрема. Я бачив, яка влада насувається. Тобто мітинг, на якому я виступав, він закінчився побиттям. Прийшли російські націоналісти з бітами і били мітинг український за Шевченка. В цій ситуації України іншого шляху, аніж жорстка політика, немає. На жаль, я можу привести приклад аналізу, який зробив відомий дипломат Богдан Єременко, керівник Майдану закордонних справ. Він стверджує, що не лише в угоді коаліційній, про яку я сказав, де нема жодного, на 48 сторінках, нема жодної згадки про Крим і про необхідність його повернення, але він стверджує, що на міжнародній арені Україна нічого не робить для того, щоб в документи міжнародні внести питання Криму. Ви знаєте, вибачте, нам би з внутрішніми нашими справами розібратися. У мене є дуже хороший приклад. Вибачте, у нас зараз є просто на зв'язку. От тільки що появився на зв'язі правозащитник Сергій Заєць. Чоловік, який став на цій неділі автором, ну, скажу так, одної з сенсацій неділі. Він заявив, во всеуслышанні заявив, о том, що многі предпочли би не розглашати. Мол, на границі корупція, обыски, вимагательства і взятки. Сергей, о каких суммах идет речь? Вот сколько должны заплатить украинцы, чтобы их впустили в свою же страну, гражданами которой они являются? Те факты, которые вы на пресс-конференции привели, они действительно шокирующие. Ну, я бы, конечно, не говорил так, как это вы сказали, что запрет является абсолютным и без взятки невозможно ехать. Но, тем не менее, существуют такие факты, которые наносят очень серьезный ущерб авторитету Украины. То есть пограничники – это те, кто первыми из украинских властей встречают людей, едущих из Крыма. И доходит до абсурда, что люди, которые лет 5 уже проживают, например, в Киеве, отправились в Крым просто навестить своих родственников, ну, при этом сохраняя, безусловно, крымскую прописку, и они не смогли выехать. Они просто, их просто сняли с поезда и посадили на поезд в обратном направлении. Скажите, насколько это массовое явление? Вот это какие-то отдельные люди, либо речь идет о сотнях, о тысячах человек? Ну, речь идет о десятках, может быть, нескольких сотнях человек. К сожалению, не все обращаются, не все готовы бороться, не все готовы сообщать об этом. Но мы имеем десятки таких обращений, которые, за которыми стоят вполне конкретные люди.
Скажите, взятки требуют? Вот на пресс-конференции, которую вы вместе с коллегами проводили, звучали эти слова. Давайте еще раз в эфире скажем. Те сообщения, которые у нас есть, свидетельствуют о том, что для пересечения границы со стороны Крыма в сторону материка от некоторых требуют или с благодарностью принимают деньги. И в противном случае человек оказывается под угрозой того, что он не выйдет. Еще раз говорю, это не поголовно, это у нас зафиксированы десятки случаев, но я так полагаю, что их на самом деле достаточно много для того, чтобы говорить. Но даже те десятки, которые есть, уже являются достаточно серьезным основанием, чтобы говорить об этой проблеме. Спасибо. Ну вот смотрите, факты, о которых нельзя молчать, потому что когда только оккупировали Крым, все говорили политики. Ну вот давайте мы покажем, как хорошо жить в Украине, они увидят, как плохо жить в России, и Крым захочет обратно. Но захотят ли крымчане обратно, когда они не могут домой поехать, когда деньги требуют? Не, ну я вам скажу, что, слушайте, у меня вот приезжала мать жены, у меня сестра приехала, там помощник мой постоянно ездит. Я не слышал о таких случаях, я не думаю, что они массовые. Я думаю, здесь речь должна... Вы можете разобраться? Нет, безусловно, я могу вам сказать, что у нас сегодня погранслужбу возглавляет генерал Назаренко, афганец, который в Крыму работал начальником погранслужбы. И Виктор Александрович порядочный человек, я думаю, что мы на это отреагируем. Но я вам скажу о другом. Вот Лесь начал эту проблему. Действительно, я устал в свое время говорить. У нас сегодня не только проблема Крыма и Севастополя, у нас проблема оккупированного Донбасса. У нас должна быть целостная государственная программа по возвращению оккупированных территорий. И действительно этим должен заниматься государственный аппарат на уровне вице-премьера, и структура должна быть рядом с Крымом, которая встречает и провожает граждан Украины, которые уважают Украину. Сергей Владимирович, согласен на 1000%, но вот если немножко с неба на землю спуститься, но вот есть люди, для которых, может быть, вот эти категории, там, государственные структуры, они очень далеки. Они волнуются, что им не дают открыть счет в Украине, они доволнуются, что... Для этого и нужен этот инструмент, который бы находился с этой стороны перекопа и встречал и провожал людей, которые любят Украину и хотят. Сегодня куда обратиться этим людям? Или взятка, или просто ему решить проблему. Там же тысячи многие проблем. Многие боятся, что это будет бюрократическая структура. Ну, послушайте, мы же иллюстрацию начали, мы бороться начали. А когда нет организма, который этим занимается. Вот спросите сегодня, кто у нас в правительстве занимается проблемами Крыма и Донбасса. Вам скажут все и никто. А должен быть человек, с которого персонально, высокого государственного уровня, с которого спросить. И структура, которая там, рядом с Крымом, в Херсоне, должна находиться. Иначе мы ничего... Ну, в Донбассе хоть губернаторы, там Москаль, Кихтенко есть. Но, тем не менее, вот мы вносили предложение, президент же в своей речи сказал о том, что коль мы отменим этот закон, можно пойти по пути создания свободной экономической зоны. А давайте еще раз о проблемах, скажем, которые есть в Крыму, и вернемся просто к разговору. Если можно, дайте сюжет, который наш крымский корреспондент подготовил. Вот еще раз, болевые точки просто вспомним. Это уже вплоть до маразма доходило. 3 ряда фур, 5 километров очереди легковых автомобилей. И отдельная очередь выстроена блатных донецких, как правило, или луганских номеров. И погранцы ходят, и как бы известно так. С конца очереди 1000 гривен, с середины очереди 600. Но там уже народ, вот когда я стоял, начал кооперироваться, уже вплоть до того, что будем переворачивать машины. И как бы тогда дали добро, значит, 7 машин бесплатных и 2 платных. Крымчанин Олег часто ездит с полуострова на материк и назад. Автомобиль пока со старыми украинскими номерами. Такая маленькая хитрость для пересечения границы. Пробки длиной в сутки, бесконечные поборы пограничников. Крымская прописка для гражданина Украины стала волчьим билетом. Крымчане оказались в неблаговидной ситуации, да, между двух огней, так скажем. Потому что не получать паспорта, не получать свидетельство о рождении, уже российские, они не могут. Так как не будут получать, соответственно, пенсии, не будут каких-то пособий, не смогут трудоустроиться. То есть они не смогут нормально жить, да, и нормально иметь какие-то социальные и трудовые отношения, да, на территории Республики Крым без соответствующих российских документов. Тем же, кто уже получил российский паспорт в Крыму, к родственникам на материк и вовсе не попасть. Нас высадили в Мелитополе, поставили в российском паспорте, что отклонен во въезде в Украину, и, посадив на ближайший поезд, отправили обратно в Крым.
Сергей принципиально был и остается гражданином Украины. И каждый раз перед поездкой на материк вынужден собирать кипу бумаг. Именно для украинских пограничников. На материке действуют ограничения на въезд мужчин в возрасте от 16 до 60 лет. В данном приглашении есть мое имя, да, есть место, куда я еду, то есть с какой целью, на какое мероприятие еду. Есть все реквизиты организации, которая является приглашающей стороной, а также имя и подпись руководителя. То есть при желании это можно проверить все, да? При желании, да, действительно. Пограничники могут позвонить, проверить, действительно ли так, действительно ли я приглашен. Полулегальное положение и развитая система коррупции на границе вместо многократно обещанной украинскими властями заботы и внимания. Абсолютно не чувствую понятия, не имею, что такая забота существует. Первый раз об этом слышу. Ну какая забота, если он не может наладить в собственной стране мир. Пан Лось, а що ви можете сказати цим людям? І ви можете, наприклад, перелічити, ну, 5 якихось конкретних кроків? Що Україна може, має, мусить зробити для цих людей, щоб вони не відчували, що їх не тільки там Росія не сприймає, але й Україна не кинула? Безперечно. Перше. Щодо корупції, треба розуміти, що це не кримська проблема, що це проблема загальноукраїнська. Уряд Яценюка, слід визнати, нічого по боротьбі з корупцією реальних кроків не зробив. Олег Мусій, колишній міністр охорони здоров'я, чітко сказав про тендерні схеми, за якими стоїть Мартиненка. Тобто, грубо кажучи, це уряд, на жаль, який очолюють корупціонери. Тому це проблеми, які турбують кримчан, це загальноукраїнська проблема. Це раз. Тобто потрібно боротися з корупцією. Для цього, перепрошую, потрібно показати приклад. Президент України повинен продати свій бізнес. Бо поки він не продасть свій бізнес, ніякої боротьби з корупцією не буде. Це раз. Другий момент. У нас відсутня внутрішня розуміння кримської проблеми і зовнішнє розуміння. Для внутрішнього розуміння пан Сергій абсолютно правий. Тобто якоїсь політики немає. Необхідно створити єдине міністерство окупованих територій. Добре, почули. Далі. Раз. Це окей. Дуже важливо. Це дуже важлива так. Тема. Ну, зафіксували ми. На зовнішньому рівні ми не подаємо в арбітражі. Ну, навіть вкрала Росія зараз Чорноморнафтогаз, який викачує нафту. І Україна в переговорах з Росією по ціні газу, вона, перепрошую, викачує газ, по ціні газу навіть не поставила вимогу про те, щоб врахувати це в ціні. Тобто ніяких компенсацій. Вишки Бойка вкрали, за які Україна заплатила. Росія вкрала. Ніякої компенсації нема. І Україна не подає в суд. Це мене приводить до висновку, що керівники української держави мають таємні домовленості з Путіним, фактично про віддачу Криму. Ну не хотілося про це думати. По питаннях зараз стосунки. Ви ще три решту, ми про 5 говорили. У нас зараз є Москва, і ми продовжимо по після питаннях цього. По питаннях я за більш жорсткий підхід. Я вважаю, що абсолютно недоречно було проводити економічну політику, щоб українські торгівці торгували зараз в Криму. Я вважаю, що мусить бути це велике питання. Будемо говорити і про натомість українських громадян потрібно забезпечити всім в разі, якщо вони виїжджають за межі Криму. Фактично спонукати повернення в Україну. Вибачте, у нас зараз є наш кореспондент в Москві Даніл Русаков на зв'язі. Даніл, а що у вас говорять? Дайте связь, пожалуйста. Что у вас говорят об оккупированных территориях? Российский МИД всю неделю старался выйти из неудобного положения. Получалось, кстати, вот не всегда. Сообщение западных СМИ о том, что из Макеевки в сторону Донецка двигалась именно российская колонна, опровергли, а на видеозаписи пересечения КАМАЗами государственной границы внимание просто обращать не стали. С реакцией на так называемые выборы тоже все получилось из рук вон неудачно. Ведомство начало усиленно разрабатывать и вводить новые формулировки. Процесс голосования под дулами автомата вроде бы не признают, но уважают. Как все это увязывается с правом Украины на территориальную целостность? В МИДе почему-то не объяснили, хотя разъяснять ей что. Я напомню, чисто юридически Россия до сих пор является гарантом территориальной целостности Украины. Хотя при этом в Москве все больше тех, кто открыто заявляет, якобы Крым для Украины потерян. Крым будет в составе Российской Федерации, это вернуть невозможно. На данном этапе объявить всеобщую амнистию для всех и начать уже реальные переговоры, признать ДНР и ЛНР и уже дальше вести разговоры об их субъектности, допустим, в составе Украинской Федерации или конфедерации какой-то.
Идея о так называемой федерализации Украины из головы кремлевских чиновников, по всей видимости, не выходит им по праву. Подыгрывают террористы, хотят получить всю территорию в распоряжение Луганской и Донецкой области. Впрочем, по словам некоторых экспертов, у Украины все-таки остаются реальные шансы на то, чтобы восстановить свою целостность. Говорят, что это может произойти скоро, но точных сроков пока никто не отваживает назвать. Возвращение Крыма произойдет после падения Путина. Падение Путина произойдет в результате вот этой громадной внешнеполитической авантюры, в которую он влез. И, естественно, любое новое правительство, будь это Навальный или Ходорковский, или, я не знаю, там какой-нибудь Сечин или Медведев, они будут отталкиваться от ошибок, совершенных Путиным прежде всего. Вообще реальное развитие украинской истории в Москве сейчас могут отследить разве что лица, приближенные к телу. Владимир Путин за пределами государства, он сейчас с визитом в Китай. Следующая в графике остановки — это Австралия, саммит Большой Двадцатки. В связи с этим тут в Москве вспоминают, что накануне интервенции в Южной Осетии первого лица, кстати, тоже в России не было. Он в Пекине тогда лицезрел Олимпиаду. Поэтому не исключает обострение ситуации на Донбассе, как раз в тот момент, когда Путина в России не будет. Дима. Данил, спасибо за твой рассказ. Я хотел, у нас буквально полторы минуты, время дорого, попросить вот коротко прокомментировать. Смотрите, там есть два мнения. Первое, ну мы намеренно так подобрали, остро, чтобы было. Первое, что Крым потерян навсегда. Многие российские политики, журналисты стали об этом вслух говорить. Другое, что ну вот когда пойдет режим Путина, тогда и Крым вернется. Как по-вашему, и как я к вам заявилась, сколько времени нужно, сколько времени должно пройти, чтобы Крым вернулся, стал украинским снова? Ну, прав был вот политолог, который сказал, что когда сменится власть, да, когда уйдет Путин, потому что он от этого не откажется. Но я верю в то, что Крым вернется, и Донбасс вернется, а веришь в победу, наполовину победить. Просто мы проигрываем во многом. У нас нет органа управления оккупированными территориями, у нас нет государственной политики, и я с Лесем согласен, что в коалиционной угоде и Крым, и Донбасс должны быть записаны, и Севастополь. В информационном плане мы проигрываем, потому что воды, электроэнергии и прочих дел в Крыму нет, не потому что это Украина хочет, а потому что там раздолбай и непрофессионалы руководят и Крымом, и Севастополем. Но мы не можем это преподнести. И пока мы не создадим структуру и не примем программу, я думаю, мы не сможем решать проблемы квалифицированно по возвращению этих территорий. Вы знаете, для этого и наш сегодняшний эфир. Даже если в эфире нас там в Крыму, может быть, и не видят, видят в интернете, вот давайте действительно увидят. Это делать. Пан Олесь, 30 секунд буквально. У мене одна історична батьківщина окупована, це Новоазовськ на Донеччині, це одна бабуся, інша бабуся – це Тегенешмін в Криму. Я чітко знаю, що поки є Порошенко і Яценюк при владі, ніхто Крим і окуповані території не поверне в Україну. Бо це люди, які в першу чергу дбають за особисте збагачення, а значить, у них домовленості з Путіним. Я думаю, що йде мова про необхідність ротації української влади, а тоді зовсім інша політика. І інформаційна, і економічна, і геополітична. І тоді ми безперечно повернемо всі ці наші окуповані території. Дякую за розмову, дякую, що були в студії. Спасибо большое, що були у нас. Спасибо. Мы продолжаем. Одна из самых спорных новостей этой недели. Правительство после долгих колебаний решило отрезать от выплат тех, кто остался на оккупированных территориях, вот, о которых мы только что говорили, на территориях подконтрольным боевикам. Кабмин официально прекратил финансирование этой части Донбасса. Речь идет не только о перечислениях бюджетным организациям, что в принципе можно было бы понять, но и о пенсиях и социальных выплатах. Когда их заплатит, премьер-министр сказал, но вот только сроки назвал, ну, скажем так, обтекаемые. Доки территории Донецкой и Луганской областей будут контролироваться всякими самозванцами, центральный бюджет не будет туда отправлять кошти. Уряд террористов финансировать не будет. Сьогодні платити кошти на ці території – це означає, гроші не дійдуть до людей, їх крадуть російські бандити, і це не що інше, як пряма підтримка російського тероризму. Ну и давайте разберемся, о каких деньгах, собственно, речь, о чем говорил премьер. Вот только в этом году та часть Донбасса, которая сейчас контролируется боевиками, должна была получить из Киева около 35 миллиардов гривен дотаций. Почти 20 миллиардов Донецкая, почти 15 Луганской области.
Финансирование остановили только сейчас. Ну и вот для сравнения. Это сумма, которой хватило бы, чтобы целый год содержать все украинское образование, и чуть меньше, чем на весь следующий год планируют выделить нашим военным. И когда на оккупированных территориях повторяют миф, что, мол, Донбасс сам себя кормит, это тоже очень легко опровергается, опровергается статистикой. Ну, давайте даже не будем брать этот год, а вот последний предвоенный год, 2013 год, когда на Донбассе работала вся промышленность, так вот, согласно данным статистики, сейчас поймем, правда, неправда, Донецкая область перечислила в государственный бюджет почти втрое меньше, чем получила из него, ну а Луганская область смогла обеспечить свои расходы только наполовину. Люди, которые помогут нам разобраться в ситуации, только что подъехали в студию. Проходите, пожалуйста. Здравствуйте. Андрей Павловский, секретарь парламентского комитета по социальной политике. Да. Добрый вечер. А, будь ласка, вы тут. И Константин Батовский, советник Сергея Таруты, экс-губернатора Донецкой области. Добрый вечер. Спасибо, что присоединились к нам. Скажите, а вот главный вопрос, который наверняка у всех возник, кто нас сейчас смотрит. Вот вы поддерживаете это решение отрубить от социальных выплат абсолютно всех? Вот когда говорят о газе, допустим, я понимаю, технически невозможно, да, газ давать одним, не давать другим. Вот или все, или ничего. Что касается социальных выплат, стоило ли так жестко? Ну, по-перше, в Донецькій, в Луганській області, навіть в тих частинах, що тимчасово окуповані російськими бандитами, знаходяться громадяни України, і, безумовно, держава повинна свої соціальні зобов'язання щодо них виконувати. Інша справа, що вона не може зробити це фізично, тому що ні в Донецьку, ні в Луганську нема фактично державних установ. Хлопці, які їздили б своїми карточками, знімали десь. Я зараз до цього підійду, якраз хотів це сказати. Які б займаються соціальним забезпеченням, зруйнована державна система фінансова, бюджетна, не працює казначейство, а доставляти туди інкасаторськими машинами. Ну, нереально. Ну, вже були численні випадки, коли в Донецьку, в Луганську інкасаторські машини грабувались, інкасаторів вбивали. Гроші ці до бідних пенсіонерів, тим, хто потребував соціальної допомоги, не доходили, а мабуть йшли на цим бандитам на озброєння і таке інше. Тому урядом прийнято рішення, що ті громадяни, пенсіонери, в першу чергу Донецька, Луганська, які мають отримувати пенсію, соціальну допомогу, вони повинні переоформити свої пенсії на будь-якій території, яка зараз звільнена в тій ж Донецькій, Луганській області від бандитів. Для цього треба поїхати, наприклад, там з Донецька в Маріуполь чи в Артемовськ, взяти з собою паспорт, пенсійне посвідчення. Ну, ви ж розумієте, що не всі це можуть зробити. І на протязі декілька годин вам оформлять пенсію, ви її отримаєте. Тим більше пенсії ці нараховуються, про громадян не забувають. Інша справа, як фізично передати її людям. А ви з колегою згодні? Ви согласні з колегою, ну, всі ли можуть поїхати? Правильний ли вот это путь? На самом деле поехать могут не все, потому что кто может себе позволить выехать из города, это люди, которые имеют как минимум автомобиль, поскольку города, транспортное сообщение работает, абсолютно верно, транспортное сообщение работает с перебоями, не каждый день, не регулярно. Если это человек малоподвижен, если это инвалид, если это, не дай бог, парализованный человек, то выехать за пределы Донецка ему будет невозможно. И вот здесь, мне кажется, творится абсолютно большая... Ну, зима на подходе, давайте не забывать. Зима по закону можно оформить на родственников, на доверенных осип, и чтобы они получали пенсию. А давайте мы это сделаем, давайте мы людей сейчас услышим, вот что они думают. Давайте. Не знаю, как мы будем вообще выживать там. Мы едем со слезами на глазах. Бабушки, дедушки замерзнут, уже люди умирают, от голода умирают, да. Пусть покажут это, потому что человек не в состоянии пойти что-то себе добыть, а пенсии нет 4 месяца. Будем вздыхать, вот так. А что, за что жить? Вот 78 год. Вот это огородик, картошечка и там капустинка, а так откуда у вас? Нет, ниоткуда больше. Ага. Не знаем, как дальше быть. Я четверо суток стоял под пенсионным фондом, и пока я драку не устроил, я туда не попал. Смотрите, ну вот наши старики, это ж не американские пенсионеры, которые по всему миру путешествуют. Они не такие подвижные, не такие решительные. И болячки, и нездоровье, и просто непонимание, куда ехать, как выехать.
Ну, є сурова реальність і об'єктивність, але на тих територіях, які не контролює українська влада, вона просто не може, не фізично не може це забезпечити. З іншого боку, цим старшим людям треба було б звертатись, у них ж у всіх є діти, родичі, і на територіях вільних від бандитів і звільнених, там, той ж Донецьку, Луганську. Я смотрю, ви іронічно улыбаетесь, тобто ви не согласны? Конечно, к сожалению, чиновники немножко далеки от реальности. Если взять конкретные случаи конкретных людей, которые не могут это сделать, то действительно на Донбассе имеют место и смерти от голода, и на Донбассе имеют место факты того, что люди физически не могут это сделать. Ну а кто несет за это ответственность? И бандиты, и найманцы. Хотелось бы, понимаете, чтобы этот разговор вытек в некую в плоскость практических решений. И если принято решение не выплачивать, давайте позаботимся сперва о том, как облегчить процедуру максимально для людей, которые имеют возможность выехать. Допустим, чтобы они оформляли доверенность не через нотариат, а устную письменную. Да, допустим, чтобы пенсионные фонды, которые находятся в ужасном состоянии, территориальные и региональные отделения в близлежащих селах, это город Волноваха, это дальше, если по трассе ехать, это Маринка, Курахова, это Мариуполь, а все региональные отделения абсолютно не готовы к приему большого количества людей. Давайте надо было сначала укрепить эти территориальные додаткові отделения. Пункти, надо было сделать мобильные пункты для того, чтобы людям с вами, да, было легче добраться. То есть это автобусы перестали, правильно? Потому что, понимаете, это вопрос принципиальный. Мы боремся за территории или за людей? Если мы боремся за людей, нам должен быть дорог каждый человек, который хочет жить в Украине. Каждый. Таких людей очень много. Их не сотни и не тысячи, их десятки тысяч. И пенсионерам, к сожалению, обрубать в один день остатки, вот эту связь с родиной, потому что для них Украина это родина, и одним волевым решением ее отрубать и говорить, что там не будет денег, это как минимум плевок в душу. Вы знаете, просто такое чувство, что я здесь Киев еще не решили, а за что мы боремся, за людей или за территорию. Вот нет этого понимания, нет четкого решения. Я сподіваюсь, що розуміння цього в уряді є. Інша справа, як це забезпечити технічно. Якщо немає можливості не фізичної, не технічної виплачувати безпосередньо в Донецьку, Луганську, то дійсно зробіть по кордону цих територій пересувні пункти, в тих же автобусах можна і соціальної служби, і пенсійного фонду, щоб люди знали, що є точка, на яку можна виїхати за годину, за дві, всі ці речі формально. Ви знаєте, у нас буквально ще минута півтори залишається. От що ще дуже конкретне можна озвучити? Я сподіваюся, багато нас услышат і як-то це, ну, стане реальністю. Очень хотелось бы, чтобы все-таки и премьер-министр, и президент послали очень четкий сигнал людям, которые остались там, что они их не бросили. Потому что в нынешнем виде это заявление, это плевок в душу и ничего больше. И, безусловно, социальные выплаты, здесь есть вопрос казуистики. Дело в том, что пенсии, пособия, это те выплаты, на которые люди работали всю свою жизнь. Их нельзя обрубить и не выплачивать. Это несправедливо, потому что это создает стимулы нам, молодым людям, которые работают и делают отчисления в пенсионный фонд, не доверять больше никогда пенсионному фонду. Потому что он захочет их взять и отменить в один прекрасный день. Или перевести, или использовать, или еще куда-то деть. И вот эта вот принципиальная позиция, что сначала надо было думать, как это реализовывать, а потом надо было выдвигать инициативу. Спасибо большое за разговор, спасибо, что были в студии. Какой сценарий выберет... И знаете, благодарен вам за конкретику, что действительно были очень конкретные вещи названы. Спасибо, спасибо огромное. Дякую. Какой сценарий выберет Украина? Война на Донбассе может окончиться как минимум тремя способами. Об этом после рекламы. Ну и еще, конечно же, будем говорить о Донбассе, продолжим говорить. Но вот только представьте, оказывается, из одной оккупированной территории в другую. Ну вот фактически, из Крыма в ДНР. По украинской территории беспрепятственно ездит поезд. Дорожные истории трогательные и трагические. Слышали наши корреспонденты обо всем этом ровно через 10 минут.
Это подробности недели. Мы в прямом эфире, мы продолжаем. И на этой неделе главным поводом для споров стал простой вопрос. А вот отключать ли оккупированный Донбасс от газа и электричества? Каждый день приносил новые заявления. Боевики, по сути, воруют наши ресурсы, в то время как нам самим не хватает, говорили энергетики. Ну, как можно отключать людей от тепла? Они же украинские граждане, отвечали им многие политики. Ну и вот только самые громкие заявления прямо сейчас в эфире. Напомним. До конца года они могут потребить до 1 миллиард кубометров природного газа. Это будет стоить государству 6-7 миллиардов гривен. Есть все рычаги для того, чтобы перекрыть или ограничить поставки газа на территориях, которые не контролируют украинские власти. Відключення саме цієї зони можливо тільки в варіанті або нуль для всіх, або газ для всіх. Сейчас электроэнергия поставляется в зону, которая захвачена сепаратистами, а оттуда платежи не поступают. Здесь надо, чтобы государство принимало решение. Думаю, что нужно отключить этот регион, чтобы не порождать яму неплатежей. Для нас это тоже дефицит денежных средств. Уряд не даст этим людям замерзнуть, потому что это приведет к гуманитарной катастрофе. Це наші території, це наші люди, але я при цьому зразу офіційно заявляю. Та сума коштів, яка накопичена в уряді для виплат соціальних пільг і субсидій, буде зменшена на вартість електроенергії і газу, яку ми зараз поставляємо. Ну вот давайте вместе разберемся, что все-таки имел в виду премьер-министр, так все-таки платим или не платим, накопичуємо, чи виплачуємо. Есть два эксперта, с которыми мы можем это обсудить. Александр Вилкул, вице-премьер-министр Украины в 2012-2014. Добрый вечер, спасибо, что пришли. Добрый вечер. И пан Михайло Волонець, керівник незалежної профспілки горняків України. Доброго вечора. Доброго вечора, доброго здоров'я. Господин Вилкул, так все-таки, только что мы разные мнения перечислили, премьер вроде бы и точку поставил, все-таки энергоресурсы обрубать не будут, но как-то такая не точка, а многоточие. Как по-вашему, правильное ли решение? Для того, чтобы ответить на этот вопрос, каждый из нас должен сам себе сказать, Донбасс это Украина или нет? Для меня ответ очевиден, конечно же, да. Но, по-моему, этот ответ не до конца очевиден. Правительству они очень часто, наверное, уже считают, что Донбасс это не Украина. Или, как минимум, они считают, что в чем-то виноваты миллионы тех мирных жителей, которые там живут. Знаете, у каждого конфликта есть свои корни, причины, проблемы и так далее. Ну, не об этом сейчас, да. Но Донбасс это Украина. Донбасс никогда не должен стать Приднестровьем. Для этого люди, которые там живут, мирные люди, должны чувствовать, что украинцы помогают украинцам. Это касается и поставки, вопроса поставки энергоносителей. Это касается и вопроса борьбы с гуманитарной катастрофой, которая, к сожалению, есть на этих территориях. И, конечно же, уровень жизни на Украине и те реформы, которых нет сегодня, к сожалению, должны показывать жителям Донбасса, что вот очень хорошо на Украине, и это правильный путь. Вы поддерживаете решение продолжать поставки газа и электричества? Более того, кроме того, что необходимо поставлять поставки газа, электричества, необходимо платить и социальные выплаты, и пенсии. Люди там работали, 24 года платили пенсии в Пенсионный фонд Украины. Теперь Украина им не хочет платить пенсии. То же самое касается матерей с детьми, то же самое касается медикаментов, бензина для машин скорой помощи. Вы знаете контраргумент, всегда говорят в нашем правительстве, ну боевики будут эти деньги воровать. Я хочу посмотреть на того боевика, который отберет деньги у дедушки, которому кушать нечего, и у бабушки. Эти люди быстрее этих боевиков выгонят, чем кто бы то ни было. Понятно, спасибо. Пан Михайло, скажите мне, а все-таки вот есть такая дилемма, мы в эфир сегодня обговорим, блокувати чи торгувати, вести переговори, постачати чи закрити кран? Ваша думка? Я б ще хочу сказати, що дійсно там проживають на східній частині Донецької і Луганської області наші громадяни, українці, і не може стояти так питання, що взяти виключити електрику, не може так стояти питання, що взяти їх, бачите, ставлять обрубати так питання. Газ. Великі технічно, люди з великими посадами. Технічно це неможливо, бо газ заходить зі сходу, з території Росії, по-перше. По-друге, відносно електрики, то на окупованій території знаходиться лише одна теплова електростанція Старобишівська. Поруч на звільній території знаходиться Вуглегірська теплова електростанція, це поруч з Дебальцевим, Курахівська, де блокпост сепаратистів стоїть вже за кілометр, і Луганська у Щасті.
Якщо зараз створювати таку дискусію, що буде виключена електрика і так далі, почнеться боротьба за ці території. Тобто... Це важливий меседж. Ви знаєте, ви це вперше про це кажете. Тобто, якщо ставити так дискусію, то вони будуть просуватися для того, щоб захопити ці енергомережі. Так, і скоріше всього ці теплові електростанції будуть знищені. От Луганська теплова електростанція, там в роботі два теплових енергоблоки потужністю по 350 мегаватт. Можна було б і третій включити. Впереді зима. Ми не можемо створювати гуманітарну катастрофу. І це дійсно наші громадяни. Дякую, важливий аргумент. Я хочу зараз показати наступний матеріал, от, прежде чим ми повернемося до дискусії. Знімали його наші кореспонденти, от, практично скритої камери, знімали мобільним телефоном. По маршруту, по якому проїхала Єлена Механік, моя колега, ежедневно переміщаються тисячі чоловік. Этот маршрут ще ні один журналіст не бачив, він їм не їздив, ну, тим більше не знімав. Це дуже опасно. На всем пути следования пассажиров проверяют как украинские силовики, так и сепаратисты. Но вот только представьте, поезд, который отправляется с одной оккупированной территории в другую, из Донецка в Крым. В этом поезде нет свободных мест, он везет людей максимально близко к зоне АТО. Для кого-то это вынужденный маршрут. Там половина поезда выходит волновать. Там дончане выходят. Я так понимаю, они с Волновахи до Донецка добираются уже там... Такси, автобусы, маршрутки. Волновато, по-моему, там глубокий тыл украинский. В Еленовке последний пост. Никто не знает. Но все сходятся в одном, что лучше не будет точно. Волновато. Кто волновато? Вот мы тут, девушка. Ну, возьмите билет там. Мы до Волновато. Спасибо. На Донецк не надо, девушка? А? На Донецк. На Донецк? А сколько? Сейчас все на такси едут. 4 человека, это поставили. Вот тебе да. Еще? Да, да. На Донецк. Девушка, вам Донецк такси нет? Надо, но у нас много багажа. Несмотря на то, что в Донецк поезда не ходят, уехать из самого Донецка на поезде можно. Например, в Крым. Этот состав ходит тоже через Волноваху, и мы сейчас на нем и поедем. Это новый какой-то поезд? Нет, Донецк-Севастополь, просто он стал через нас ходить. Через вас стал ходить? А раньше он не ходил? Раньше ходил от Донецка и пошел на Чаплина, а теперь ходит через нас. Идет, да? А что это было? Это были грады. Грады где-то далеко, недалеко. Так, а это часто такое тут? Это постоянно так. Пока внутри проверяют всех, кто едет из Донецка, нам приходится стоять и ждать на перроне в Волновахе в своей очереди на посадку. Здравствуйте. Здравствуйте. А миграционную карту это заполнять? Это нам дали проводники. А, это потому знаешь, что в Крым. Ну да. Это единственный поезд в Украине, который идет из одной оккупированной территории в другую оккупированную территорию. На выезде из Донецка его проверяют украинские военные и милиционеры, а на въезде в Крым провести таможенники и пограничники. Радость в том, что большинство пассажиров этого поезда украинские паспорта. Но оставаться гражданами своей страны, многие из них не хотят. Четыре месяца никто никому ничего не дает. Нет социальных выборов. Ни родители, ни РСК сейчас какие-то были карты. Нет, никто ничего не дает. Ни родители, пенсионеры, мама и папа. И ДНР не дает, и Украина не дает. Никто не дает. Я работала до последнего. Меня оставили без работы, без жилья. Моего ребенка выгнали. Мы приехали в Днепропетровск. 8 работодателей не могут отказали в работе, потому что у него донецкая прописка. Каким боком мы там? Кому мы что делаем? Если вы решили, как ты говоришь, что вы уже не Украина, они нас отделили, но раз пенсию не платят, не признают население. Потому что мы враги народа. А почему в Донецке разбивают заводы, школы, институты? Почему? Больницы? Почему? Разбивают. Бомбят. Уничтожают. Нас просто выгнали из дома. Вот просто нас выгнали в никуда. Для чего? Для того, чтобы вы пошли воевать, может быть? Я не знаю, как устраивать дальше жизнь. Ваня, и каждый день, переживая, живое там мое еще жилье, идет война и убивают людей. Вот это факт. Вот и все. В стране, где я живу.
такие они, дорожные истории, дорожные споры. Борис, последнее дело, пел Макаревич, но, к сожалению, это споры ни о чем-то не принципиальном, это споры о жизни сейчас. Пане Михайло, я хотів з вами два дуже важливих моменти проговорити. Просто дуже мало часу, у нас дуже динамічний ефір. Скажіть мені, будь ласка, наскільки зараз Україна готова до зими? Чи вистачає у нас вугілля? Бо цифри різні, прогнози різні. Хтось каже, завались, хтось каже, буквально на кілька днів. Ось у вас є точна інформація. Зовсім не готові. Так? Зовсім не готові. Тому що на теплових електростанціях і теплоцентралях по плану має знаходитись на складах 5 мільйонів 600 тисяч тонн вугілля. Так, 5 мільйонів 600 тисяч має бути. А насправді є 1 мільйон 600 тисяч. В 5 разів менше, ніж потрібно. Так, ну майже в 5 разів менше, ніж потрібно. Це перше. І якщо Трипольська теплова електростанція сьогодні має запасів вугілля на 6 днів, а ще 5 днів назад було запасів на 2 дні, то використовували дорогий імпортний газ, який був закачаний в сховища. Його зараз почали відбирати інтенсивно. Я вас правильно ще почув, що у нас катастрофічно не вистачає вугілля зараз? Не тільки вугілля. Немає газу, нема вугілля, нас не вистачає електроенергії. Наприклад, в Кривому Розі, звідки випали, стали обмежувати постачання електроенергії на металургійний комбінат «АрселорМітал», на Криворізький залізорудний комбінат «Шейшахт». І в зв'язку з цим ці підприємства понесли дуже великі збитки. А ви мені скажіть, дискусія зараз йде дуже потужна, і хтось каже ні, хтось каже так, чи можна купувати вугілля в так званий ДНР? По електроенергії. В нас зараз щомісячно не вистачає власної електроенергії так. Від 1500 до 3000 мегаватт. Це тільки електроенергії. Нам прийдеться з Росії експортувати електроенергію, купувати електроенергію. А нам прийдеться зупинити імпорт, експорт електроенергії в Західну Європу. Західна Європа сьогодні споживає в часи піку ввечері 350 мегаватт електроенергії, а вночі 500 мегаватт. І це треба буде перекрити. Раз. По-друге, відносно вугілля. 83 шахти опинилися на окупованій території. І це ті шахти, які видобувають антрацитову групу вугілля. Марки П, Пісне і антрацити. І тому марки А. І я зараз покажу карту. Ось подивіться, це ця територія Донецької, Луганської області, які окуповані. І ось за межею цієї окупації от декілька шахт Донецької, Луганської області. Я вас правильно почув, що немає альтернативи, ніж купувати там вугілля? Бо дехто скаже, ми не можемо торгувати з бойовиками. Знаєте, можна навести аргументи з одного боку і з другого боку вони будуть правильні. Але коли прийде зима, коли замерзнуть в нас величезні міста, коли буде відключення в плановому режимі, віловим способом або в аварійному режимі, на цілій області електрика буде відключена, або на половині України буде відключено. Це реально? Ви не лякаєте? Я нікого не лякаю. Я про це говорив ще в липні місяці. І добре, що через засоби інформації люди чули і хоч купували дрова, там, купували котли на твердому паливі. Люди намагалися самі вже підготуватися до цієї ситуації. Але чому це не робила влада цього? І чому реально не готувалися, наприклад, щоб вивезти вугілля із окупованої території? Легко можна було в квітні, в травні, і ви про це теж знаєте. Ну, ми сьогодні спробуємо запитати. Навіть до середини серпня можна було вивозити вугілля з окупованої території. За нього виплачена заробітна плата. На деяких шахтах за червень місяць, за липень місяць виплачені кошти держпідтримки. Це необхідно було робити. І зараз треба знаходити компроміс для того, щоб вивезти це вугілля. Те вугілля, яке привезли з Південно-Африканської Республіки, наприклад, заходить... Вибачте, ми дуже-дуже стисло сьогодні працюємо. Я вам вдячний за розмову. Тобто, якщо підсумувати, ви за те, щоб закуповувати вугілля на Донбасі, і, по-друге, треба звернути увагу, що у нас дуже складна енергетична ситуація. А я за те, щоб ми знайшли можливості, варіанти, знайшли компромісні якісь моменти для того, щоб вивезти звідти вугілля. І для того, якщо шахтарі далі будуть продовжувати працювати, щоб вони отримували гроші. Дякую вам дуже. Дякую за участь в програмі і дякую за ваші важливі меседжі. Спасибі. Будьте добрі, ви останьтеся ще на кілька хвилин. У мене к вам буде вопрос, якраз от зв'язаний з прошлими виборами. Я напомню, це було перше голосування після того, як Україна підписала асоціацію з Євросоюзом, але оказалось, що і от тепер чистые выборы наша страна провести, к сожалению, к огромному сожалению, не способна.
Выборы прошли грязно, скажем честно. Подсчет голосов с проблемами. Ну и вот что сказал об этом глава Центра избиркома. Надходили і прямі погрози в формі смс-повідомлень, в формі інших повідомлень, там, скажімо, через знайомих осіб і так далі. За останній тиждень мені неодноразово говорили про те, що принципова позиція Центральної виборчої комісії викликала невдоволення голови Дніпропетровської обласної державної адміністрації. Звичайно, я не можу повірити в те, що перебуваючи на високій державній посаді і очолюючи одну з найбільших областей України, людина може бути пов'язана з питаннями фальсифікації виборів. Але найкращим підтвердженням непричетності голови Дніпропетровської обласної державної адміністрації пана Коломойського до цих подій, до спроб тиску на Центральну виборчу комісію, могло б бути лише швидке повернення виборчого процесу в округах номер 30, 38, 50 в законне русло та припинення тиску на Центральну виборчу комісію з метою змусити її встановити недостовірні результати виборів. Ну і от був відповідь зі сторони соратників Ігоря Коломойського. Если у тебя, Ахендовский, хватит на твою должность здоровья после того, как мы с комбатами посетим твой кабинет. В своей страничке написал в Фейсбуке заместитель главы Днепропетровской обладминистрации, новоизбранный нардеп Борис Филатов. Ну вот, такая история, которая, конечно, никого не красит. А как по-вашему, почему это вообще стало возможно? Хотя мне, как одному из лидеров политической партии, которая принимают участие в выборах, не до конца корректно комментировать заявление главы ЦИК. Но сегодня вся Украина видит, как Центральная избирательная комиссия что честно борется против фальсификации выборов, против применения рейдерских схем, там, фальсификации на избирательных участках, вооруженных людей на избирательных участках. И лучшую оценку этому заявлению господина Ахендовского дадут и народ Украины, и международные наблюдатели. Кстати, вчера было заявление одного из депутатов Европарламента, что при такой ситуации Евросоюз может не признать выборы на некоторых участках. Я бы добавил, что сегодня еще произошло там беспрецедентное событие. Было открытое заявление в адрес главы государства, президента Украины, в адрес Центральной избирательной комиссии, пятерых депутатов, самовыдвиженцев, мажоритарщиков. По какому округу? Значит, двое из них Донецкая область, это 50-е и 60-е округа, там, где сфальсифицированы протоколы окружных комиссий, а победа, реальная победа этих людей, которые сделали заявление, это господин Байсаров, герой Украины, господин Рыженков, герой Украины, 8-10 тысяч голосов. Простая фальсификация, стопроцентная, это понимают все. Глава миссии ОБСЕ это понимает. Я с ней позавчера встречался, она четко понимает, есть документы. У нас просто по 79-му есть информация, я хотел ее дать сейчас в эфир. Я скажу, Днепропетровская область, это 38-й округ, победил там Нестеренко на 11 тысяч голосов. Карманный суд объявляет пересчет на 126 участках из 132. Причем полностью там, где бюллетни находятся, уже живет фактически батальон «Днепр-1», и эти бюллетни уже уничтожены или не уничтожены, никто не знает. Вы знаете, я хочу еще один пример привести, это 79-й округ Запорожской области. Это, кстати, там господин Григорчук, он тоже подписал это заявление. Вот-вот-вот, результаты лидеров гонки в этом округе, они отличаются буквально на несколько десятков голосов. Спор о том, кто же победил, продолжается до сих пор. Ну и вот сегодня там до стрельбы дошло. Все подробности у нашего корреспондента Сергея Бордюжи, и он с нами на связи по телефону. Сергей, мы готовы услышать подробности от вас. Добрый вечер, Дмитрий. Стрельба возле окружной избирательной комиссии 79-го избирательного округа не на шутку напугала весь районный центр Васильевка. Инцидент произошел около 5 вечера. На центральной площади появились люди в камуфляже с оружием. Выпустив в воздух 3 автоматные очереди, они положили на землю 3 мужчин, при этом замотав руки скотчем. Кто эти вооруженные люди, точно неизвестно. Сами они представились правым сектором. Я напомню, победу на 79-м избирательном округе сначала держал Александр Григорчук, профсоюзный лидер железорудного комбината. Его оппонент, бывший член партии региона Владимир Бандуров, через суд добился пересчета голосов по 12 избирательным участкам. Сегодня Окружков закончил пересчет бюллетеней, и по последним данным с перевесом 17 голосов победу одержал Бандуров. Но это решение в Запорожском административном суде уже оспаривают доверенные лица Александра Григорчука. Студия. Спасибо большое за включение. У нас очень мало времени. Если можно, краткий комментарий. Но все-таки вот на этих участках, на других удастся установить... Я знаю эту ситуацию.
обычная фальсификация стопроцентная. Когда уже полностью все находится, документы в Киеве, все на сайте ЦВК. Создается большинство в комиссии, и просто те бюллетени, которые проголосовали за Григорчука, представителя трудового коллектива Запорожского железорудного комбината, вот просто смотрятся на белый лист и говорят, что с галочкой. Говорят о том, что он недействительный. Скажите мне, что дальше будет? Пересчет? Или все-таки на этих участках есть еще возможность установить результаты? Вы знаете, мы сейчас не хотим очернить власть. И мы просто боремся за то, чтобы в Украине была правда. За то, чтобы люди знали, что когда они голосуют, то будет выбран тот депутат, а не его, ему назначат. Ну, мы все это хотим, чтобы депутаты были те, кого мы с вами выбирали, в том числе и я, каждый из наших зрителей. Давайте спасибо бороться вместе. Вы журналисты, миллионы украинцев. Давайте бороться вместе за правду. Спасибо большое за разговор. Спасибо, что были в студии. Сменим тему. Важная тема. Какой сценарий выберет Украина? Война на Донбассе может окончиться как минимум тремя способами. И вот говорят о хорватском варианте. Это победа и успешная евроинтеграция. Возможно, новое Приднестровье. Еще одна непризнанная республика в Европе. И есть еще третий вариант. Вариант осетинский. Криминальный анклав на полном содержании у России. Давайте посмотрим приднестровский вариант. Лариса Задорожная вернулась из Приднестровья и видела, во что может превратиться Донбасс. 7:40 он подъедет, 7:40 он подъедет. Эта песня о нем. Поезд Одесса-Кишинев когда-то отправлялся в 7:40. Сейчас он единственный, на котором можно добраться до Тирасполя. Его пустили через Приднестровье всего пару лет назад. Закрыли, когда бунт были в Приднестровье. Официально вокзал Тирасполя не значится ни в одном списке железнодорожных станций. Приднестровье не признано никем, а значит и станции такой нет. Приднестровье в кольце полублокады. Нас никто не признает. 200 километров севера на юг, 50 запада на восток. Кусок территории, который откололся от Молдовы в далеком 92-м. Днестр отделяет признанную миром Молдову от непризнанного Приднестровья. Река разделяет не только территорию, она прошла по человеческим судьбам. В Кишиневе латиница, в Тирасполе кириллица, там молдавский язык, тут русский. Кишинев идет в Евросоюз, Тирасполь тянется к России. Воно нам то не надо, Европа. Пешеходный переход из Украины в Приднестровье. Если вы скажете, что вы гражданин Приднестровья, вас здесь не пропустят. Другое дело, гражданин Молдовы, тогда вам зеленый свет. Приднестровский паспорт у Валентина глубоко на дне дорожной сумки. Только на территории Приднестровья. Больше он нигде не принимает его. Как и у большинства, у него есть российский и молдовский. Многие получают еще и украинский. Просто мы не знаем, что завтра будет. Самый большой советский музей под открытым небом. Так Приднестровье описывают европейские путеводители. Живут похуже, наверное, чем у вас на Украине. Вот и Ленин, и герб с серпом и молотом, и гимн из советского ретро. Слов которого, правда, никто не знает. Илюша, ты не знаешь гимн Приднестровья? Нет, никто не знает. Цензура тоже, как в СССР. Оппозиции нет, нет иностранных банков и банкоматов, мобильная связь с перебоями. Первое, что бросается в глаза, на улицах одни старики. Все в городе, в Москве, где есть работа. Или в Украине, например, здесь, на границе в Одесской области. Пойдите даже вот в любой другой магазин, они везде работают. Все с Приднестровья. Вести бизнес в Приднестровье почти невозможно. Двойная растаможка, двойные налоги в Тирасполе и Кишиневе. С приднестровской пропиской на европейский рынок не выйдешь. Как свободно вот продукции можно продать, а так через Кишинев у нас все оформляют. По всему Приднестровью разбросаны блокпосты российских войск. В Тирасполе их называют миротворцами, в Кишиневе – непосредственными участниками конфликта. Находится незаконно на нашей территории. И мы постоянно как бы настаиваем на том, чтобы эти военные как бы покинули нашу страну. А Россия есть интересующая страна, и она не скрывает. Она наоборот помогает финансово, поддерживает, создает практически вот этот режим.
Россия доплачивает приднестровским пенсионерам по 15 долларов в месяц, отдает газ Тирасполю 5 раз дешевле, чем Кишиневу, и не требует оплатить долги. Зачем захватывать всю страну, когда можно контролировать небольшую территорию, без которой, скорее всего, будет очень сложно говорить серьезно о вступлении в Евросоюз? Как вернуть Приднестровье? Топ-тема на молдовском телевидении. Пути пока не видно. Состязаться с Россией получается плохо. Приднестровье остается серой зоной вне законов. Тирасполь, Кишинев, Европа – шелковый путь для контрабанды. Мы говорим здесь не только о трафике, скажем, там, товаров, в том числе и человеческих людьми. На приднестровском же телевидении последние месяцы новая тема. Как защититься уже не от Кишинева, а от Киева. Россию видят снова в роли спасительницы. Защитить нас от, допустим, от вторжения, опять же, с Украины к нам. 10 российских каналов и один местный, поэтому Приднестровье и видит врагов со всех сторон. Молдовские каналы здесь отключили давно. Лариса Задорожная, Светлана Трунова, Игорь Антонюк. Подробности недели. Одесса, Тирасполь, Кишинев. Возвращаемся к студию. Ну вот один из вариантов мы озвучили. Вариант приднестровский. Владимир Гройсман, вице-премьер-министр Украины у нас в студии. Здравствуйте. Здравствуйте. Будем как раз с вами обсуждать. Ну, хочу вам сказать, просто я из Одессы, я Приднестровье очень хорошо знаю и помню историю вообще, зачем оно существовало. Оно существовало как черная зона, когда в Одесский порт приходили огромные суда, привозили грузы, шли транзитом в Приднестровье, их не растамаживали. Днем шли фуры в сторону Приднестровья, ночью те же самые фуры, не разгружая, шли в сторону Одессы, шли через границу, ну, давние времена, не сейчас. В Приднестровье были заинтересованы не только политически, но и экономически. Сейчас многие говорят о том, что ну вот не толкают ли Украину к приднестровскому варианту для того, чтобы и Донецк стал вот такой, не просто серой зоной политической, но серой зоной экономической еще. Я думаю, що проблем є значно більше, ніж тільки комерційні, але от те, що ви сказали, це мова йде про чорна зона, ви сказали. Угу. Сіра зона, чорна зона. Неважливо. І кожен шлях, от, який ще нам бачили в сюжеті, він, в принципі, по великому рахунку, має єдине спільне. Тому ті люди, які живуть на цих територіях, вони кинуті в великі страждання, і щось подібне відбувається і на Донбасі. Причому хотів би зазначити, що Україна ніколи не була агресивною країною. Жодного разу цього не було і не буде. Ну і те, про що там в Придністров'ї бояться, ну ми з вами так посміхнулися, дивилися сюжет, що Україна нападе. Це абсурд. Україна ніколи нікому... Пропаганда, люди вірять в це щиро. Ніколи зла ми не несли і нести не будемо. Ми хочемо миру. Ми розуміємо, що на території Донбасу сьогодні страждають люди, на превеликий жаль, і виною тут не є Україна або українська влада. Виною є наш північний сусід, якщо можливо так сказати, оскільки від сусіда завжди очікуєш якогось добра, а тут зовсім інша історія. І нам потрібно знаходити шлях врегулювання цієї ситуації. Яким буде цей шлях? Це важливо. Якщо не Придністровський, можливо, хорватський. Ось давайте сюжет подивимось і після цього поговоримо про Хорватію. Хорватия отделилась от Югославии, мы от Советского Союза. Их не отпускала Сербия, нас держит Россия. Над ними давлел Белград, над нами Москва. У них был Милошевич, у нас Путин. Улица Украинская. В Загребе такая тоже есть. Дело в том, что Украина была первой страной среди участниц ООН, которая признала независимость Хорватии. И в ответ последовал такой вот знак благодарности. Я был высокопоставленным советником президента Туджмана в то время. И хорошо помню, что происходило в 91-м, в 92-м. Есть много общего между нынешней ситуацией в Украине с той, что была тогда в Хорватии. Технологии одинаковые. Сначала национальное меньшинство заявляет о том, что оно под угрозой, затем оно провоцируется на бунт, потом проводится псевдоплебисцит и затем создается самопровозглашенная территория. В Хорватии тоже было то, причем даже несколько антитеррористических спецопераций, кратковременных, но главное эффективных. За время той войны Загреб пережил одну бомбежку, поэтому по столице Хорватии не скажешь, что вообще здесь когда-то была страшная война. К счастью, конечно. Но есть те регионы, которые до сих пор ощущают это эхо войны. И вот сейчас мы отправляемся туда вместе с послом Украины в Хорватии Александром Левченко.
Добрый день. Доброго дня. Ми їдемо в Західну Славонію. Це один з регіонів, який був під окупацією. Але це регіон, де була ось і серйозна боротьба, де хорвати боролися за свою незалежність з сепаратистами. Зараз ми в'їдемо в район, де дорога вже контролювалася сепаратистами. Дуже схоже на нашу ситуацію, але це не Україна, це Хорватія. Видно, що війна тут була раніше, ці дома, розрушені війною, вони вже поросли травою, вже от дерев'я повиростали. Вопрос в тому, чому вони до сих пор в такому стані? Не встановили їх по одній причині, тому що вони кому-то принадлежать. Хазяїва, видимо, куди-то убежали і не стали повертатися. А вопрос частної власності в Хорватії – це святий вопрос. Можливо, коли-то в ці розваліни вернуться діти або навіть внуки прежніх хазяїв. Ту війну пам'ятають не тільки люди, але й коні. Воістину, тоді все змішалось. Во времена Австро-Венгерської імперії цих красавців запрягали в карети імператорів. І от, коли тут господствували сепаратисти, вони угнали цих лошадок в Сербію. І тільки 6 років назад їх вдалося повернути в рідні пінати. Хорватські серби преко своєї політичної еліти. После того, как Хорватия стала независимой, сербская меньшина отказалась признавать легитимность хорватского государства. И на тех территориях, где сербское население превышало 10%, они создали самопровозглашенную республику краинских сербов при поддержке армии Сербии. Символом той войны принято считать город Вуковар, но в самой Хорватии думают немного иначе. Городок Липик, где мы сейчас находимся, подвергся даже большим разрушениям. Здесь до сих пор, в самом центре, как видим, вот такие разрушенные здания. В этом населенном пункте достаточно большая украинская диаспора. И единственный в Хорватии памятник Ивану Франко. Вот, пожалуйста, посмотрите. Привіт. Привіт. Як ти вітаєшся? Слава Україні! Розводилися чоловік з жінкою, не змогли поділити дітей. До сьогоднішнього дня деякі брати з сестрами не розмовляють. І незважаючи на те, що пройшло скоро 20 років, ці рани, не знати ще, треба буде, не знаю, скільки років, щоб вони загоїлися. Оцей будинок, він теж постраждав. Тут взагалі вокруг все було буквально стерто. Я командував взводом із 10 чоловік. Всі з нашої вулиці. Якщо хтось гибнув, на його місце становився новий боєць. Це все було зрежисовано просто? Це було штучно все створено? Чи ні? Ні, само по собі це не могло пройти. Звісно, це було срежисовано Сербією. За времена Югославії наше общество буквально пропитала сербська агентура. Вони намагалися підірвати наше общество ізнутрі. Тиха вулочка Загреба, український культурний центр. Кожну неділю тут збираються наші співвітчизники. І сьогодні особливий день – презентація бюста Шевченка. Це мероприятие лично посетит бывший президент Хорватии Месич, активный борец с местными сепаратистами. Народ Украины выдержит, выйдет с достоинством из этого кризиса и сохранит национальные территории. Украинцы, мы с вами. Сначала казалось, что мы проигрываем, но нам нужно было время, чтобы создать боеспособную армию. Мы наращивали боевую мощь, а параллельно вели наступление на дипломатическом фронте. И когда сепаратисты окончательно отбросили переговоры, мы почувствовали, что у нас есть достаточно сил. Мы вернулись к оружию. Решающей была спецоперация «Шторм» в мае 95-го. Просуществовавшая 4 года, республика краинских сербов пала. Хорватия вернула полностью контроль над своей территорией. Все вожди сепаратистов закончили в тюрьме. Кто отримал 20 лет, кто 27, кто 15, кто 17. Багато з них закончили життя самогубством в тюрьме, не витримавши того, що вони були обмануті цією ідеологією
шовінізму великодержавного, якого їм вбивали. Не было никаких проблем. До войны отношения с сербами были очень теплыми, но когда началась пропаганда возрождения Великой Сербии, отношения охладели. Мы понимаем, что нужно общаться, но потеряно главное – доверие. Нужны поколения, чтобы все исправить. Это мой сосед, а это сослуживец. Вот еще один сосед, я знал их всех. Простите мне эти слезы, мне очень больно. Я жив, а их больше нет. Вам сложнее, потому что Путин мощнее Милошевича. Но Украина гораздо больше и сильнее Хорватии. Не бойтесь, вы все равно победите, потому что правда на вашей стороне. Это подробности недели. Мы в прямом эфире. Мы продолжаем. Вице-премьер Владимир Гройсман в нашей студии. Вы знаете, важный вопрос. Вот мы говорим о разных, я напомню зрителям, мы говорим о разных путях для Украины. Ну, в принципе, в истории было три пути. Путь Приднестровский, только что был сюжет. Путь хорватский. Будем говорить еще о грузинском. И буквально с минуты на минуту ждем на телемосте Михаила Саакашвили. Скажите, а вот по поводу этих трех путей. Очень сильна в случае вот с хорватским вариантом была поддержка Евросоюза. Мы можем на такую же поддержку рассчитывать или своими силами? Мы уже маємо робити свій власний український шлях, який повністю завершить епоху пострадянської України і відкриє нову сторінку європейської України, в якій ми зможемо побудувати нормальне життя, ми зможемо вирвати з полону агресії, вбивств, страждань український Донбас, а точніше українців, які живуть на Донбасі. Зрозуміло, що на ці питання немає дуже легких відповідей. Але це наш шлях і ключова фраза, яка була сказана з Хорватії, ми переможемо обов'язково, оскільки правда є на нашому боці. Ми нікому ніколи не несли жодної агресії і насильства. А тут є важливий меседж. Якщо я правильно вас почув, у нас є тут вказівник такий, там три шляхи. Тобто ви вважаєте, що український шлях, він буде четвертий, він буде особливий? Я думаю, що він буде особливим. І я думаю, що він буде дуже чіткою відповіддю майбутнім агресорам з точки зору того, що агресії вбивством в нашому цивілізованому світі не має бути місця, і всі мають це усвідомлювати. І сьогодні грати м'язами, тому що в когось армія є більш сильною, або більш крупною, більш великою, це абсолютно неправильно. Тому що є дух людський, який зламати дуже важко. І якщо на початку комусь здається, що він може все і не все могутній, то з певним періодом часу він розуміє, що це не так. По поводу третьего варианта, который мы только что озвучили, напомню, что эксперты говорят о том, что вот есть приднестровский вариант, хорватский, есть грузинский. Возможен ли в Украине грузинский вариант? И что это такое, грузинский вариант? Давайте посмотрим прямо сейчас. Одесси и Ахмаджи – два грузинских села одного Охлагорского района разделены вот этой дорогой. В километре отсюда уже начинается оккупированная территория Грузии. Российские военные за последние годы успели здесь укрепиться капитально, возвели свою базу, а в 300 метрах стоит уже блокпост российских пограничников. Самая плохая территория – деревня Одесси, а вокруг все российское. Плохая, потому что пойдешь в лес за дровами, арестуют российские пограничники. Здесь, говорят, оккупация продолжается. Называют ползучая. Пограничные столбы явно кто-то все время двигает ближе. Через месяц посмотрите, 5 метров дальше, короче, там стоит. А 6 лет назад здесь жили как одна семья. В Одессе собирали урожай фруктов, в Ахмаджи ездили рожать и учиться. Тогда было все хорошо, было. А потом все перемешалось. Перемешалось так, что и сами запутались, где какой район. Одесса от оккупации как раз и спасла административная граница. Российские танки по ошибке зашли дальше Охлагорского района. Подошли вот оттуда, из Каспия. Вот перешли сюда, зашли сюда, тоже зашли и ушли обратно. Бежали, пешком бежали, транспортовые тоже бежали. Это Цхинвали. Мы хотели бы побывать и в этом городе. До него от села Эргнети, в котором мы находимся, буквально расстояние рукой подать. Но уже 6 лет село Эргнети – это крайняя точка перед оккупированной территорией. И 6 лет проход туда, да и оттуда, просто закрыт.
В Эргнете русскую речь не услышишь даже от старожил. Все российское выжгли в 2008-м, когда по пути на горе бомбили российские самолеты. Нашли, гнали, все домики зажгли. Вот крыши в этом году сделали. Здесь тоже все зажгли. Это Ньюзрум, одного из самых рейтинговых каналов Грузии, Рустави-2. Внимание журналистов здесь последние дни переключилось на события внутри страны. Здесь происходит смена правительства, однако и Украина, и военные действия на востоке нашей страны остаются в новостном топе главных каналов Грузии. Это Натя, наша героиня. Она была в самых тяжелых ситуациях на Майдане. Разница в том, что в свое время, вот в 2008-м, ну, мы сразу же дали ответ. А то, что я наблюдал у вас, то же самое в Крыму, такого у вас нет. И за это я так думаю, что вы потеряли драгоценное время. Короткая война шла и на информационном фронте. Russia Today работала, и все. Но в первый же день, вот после 8 августа, им запретили. Это война, и они такие же враги, в том смысле, что они пропагандировали, они показывали горе, наш город, показывали дома, которых российские самолеты разбомбили, и говорили, что это финал. И такой журналист для меня, такой же враг, как этот солдат. Оккупация ударила по карману аграриев в Адзисе. Россия возили, у нас сейчас кто-то, никто не пропускает. Там хорошо продавали продукты, я здесь все... копейки раздаем. Но выбрав мир, Грузия дала толчок своей экономике, стимулируя малый и средний бизнес. Мы сразу же построили дома и сделали несколько поселок для беженцев. Это самое главное. Наши предприниматели там построили разные фабрики, чтобы люди начали работать. В Грузии два святых места. Церковь и Марани, погреб, где производят вино. Но для грузина виноделье это не бизнес, это душа его рода. Это и есть молодое вино, которое да, абсолютно. Для меня и для моих друзей, которые вот занимаются вот таким традиционным виноделием, более стабильно чувствуем себя, когда мы продаем в западном рынке. Мы знаем правила игры и не боимся за завтрашний день. От нас все зависит. После того, как Россия закрыла для нас рынок в 2006 году, вот после этого началась качественная вина уже выпускаться из наших больших винных заводов. Я хочу, чтобы выпить за мир. Обязательно, чтобы был мир в наших, в первую очередь, дружественных странах, чтобы был мир в наших душах, в наших семьях, и пусть будет во всем мире. Ирина Багла, Иван Ермаков из Грузии. Подробности недели, телеканал Интер. Мы возвращаемся в студию, возвращаемся в эфир. Ну и, конечно, я бы себя просто не простил, мы бы себя не простили, если бы был разговор о Грузии и не поговорили с Михаилом Саакашвили. Прямо сейчас он с нами на прямой спутниковой связи. Михаил, здравствуйте. Спасибо большое, что присоединились. Очень рада вас видеть. Добрый вечер. И хочу сказать, с нами сейчас в студии Владимир Гройсман, вице-премьер-министр Украины. Мы обсуждаем разные пути для Украины. Владимир. Добрый вечер, господин президент. Добрый вечер. Скажите, а я не знаю, вы точно нас не видели и не видите, но, может быть, вы сюжет хоть чуть-чуть слышали. Мы говорили о разных путях для Украины, слышал. В том числе и о грузинском пути. Слышал, и Володю слышал абсолютно. Скажите, а есть ли у вас вот эта ассоциация, что Крым и Донбасс – это как Абхазия и Осетия? Насколько корректно так сравнивать? Во-первых, ситуация разная в том смысле, что мы страны по разной территории. В 2008 году российские войска шли на Тбилиси, им было час езды от границы. Украина намного побольше, Украина намного многочисленнее. То есть не сравнить территориально чисто. А что касается действий России, они абсолютно одинаковы, и есть штамп действий. То есть недавно Путин заявил на заседании в Валдайском совещании в Сочи иностранцам, что он тигр тайги, значит, и это у него лес, это тайга, и он там будет охотиться, чтобы больше туда никто не совал.
оставался, а он сам не пойдет в другие климатические зоны. Но если эту речь проанализировать, не просто то он одинаково действует на всем постсоветском пространстве, как он заявляет, но эта речь один к одному просто параллельно к встрече Гитлера, то есть посланием Гитлера Чемберлену за 9 дней до начала Первой и Второй мировой войны. Точно так же тогда сказал, что я в ваши дела не вмешиваюсь, я хотел с вами наладить отношения, но тогда обращался к Англии, сейчас Путин обращался к Америке, но вот вы это не оценили, вы вторглись в мое пространство, а на моем пространстве я буду защищать свои интересы. Ну тут он добавил тигра, там, если он тигр, то мы, значит, для него какие-то там тушканчики, которых он должен просто проглатывать время от времени. Вы знаете, но мы вот вместе с Владимиром Гройсманом сюжет смотрели и обратили внимание, что тогда Russia Today, рассказывая о событиях в вашей стране, махлевала с картинкой. То же самое происходит и сейчас. То есть такое ощущение, что вот просто один сценарий. Они показывали, они показывали, например, сейчас картинку грузинских разбомбленного горе, где они погибли минные граждане, и показали минного гражданина, гражданку, которая погибла, и они сказали, что это жительница Донбасса, которую убила украинская артиллерия. И это, то есть абсолютно это повторяется, у них методы не меняются. И, конечно, этот человек очень опасен, он вооружен, но с другой стороны, я думаю, что у нее абсолютно правильно сказал Владимир, что Украина будет иметь свой путь, это путь строительства современного государства. Мы пошли по этому пути, потому у Путина не вышло разрушить нашу государственность. Мы после как раз всех этих событий в 2008 году очень быстрыми темпами стали. Скажите, а сколько может занять этот путь? И вот ваш совет, а что делать Украине? Есть страшный опыт Грузии, есть вот эта незаживающая рана. Что делать Украине, чтобы справиться? Может быть, используя ваши советы и опыт вашей страны? Во-первых, я хочу сказать, что милошевизация Путина уже произошла. То есть Запад принял, цивилизованно принял решение, что там Путину не место. Это будет принимать разные формы. Во-первых, нефть сейчас меньше 80, около 80 долларов, меньше 80. Российский бюджет построен на нефть на 100 долларов. Я сейчас в Америке, и сюда массово бегут россияне. И не только богатые, но и россияне среднего класса. Это все россияне, все хотят оттуда уехать. И я думаю, что у него большие проблемы. Он борется за выживание внутри России своими агрессивными действиями. И я думаю, что в той ситуации, когда республиканцы пришли, взяли большинство Сената, то есть с января, допустим, комитет по вооружениям американского Сената будет возглавлять Джон Маккейн, когда меня били персона нон-грата, да, и меня вытурили из Украины при Януковиче, когда я выступал на Майдане, я как раз его попросил, он приехал и потом много раз приезжал, он друг Украины. Я думаю, что будет помощь по всем линиям, по экономическим, по военным линии и по политической. Но просто сейчас надо продержаться. И этому медведю или тигру не надо мясо кидать и все время, как вы его успокаиваете мясом. Я думаю, что это прекрасно понимает украинское руководство. Михаил, простите, прерву вас. Спасибо огромное. Владимир, скажите, но вот что из того, что сейчас Михаил Саакашвили говорит, что для вас было полезным? Я думаю, что оценка абсолютно понятная. И действительно, план, который есть, он был направлен на разрушение Украины. Но не получится. Поскольку Украина достаточно сильна, и нам нужно, безусловно, двигаться очень быстро с точки зрения нашей европейской интеграции и внутренних изменений. Потому что нереформированная страна – это и есть та добыча, да, которая может быть интересна. Когда мы реформируемся, мы покажем этот успех. Безусловно, этот успех покажет россиянам, что происходило на самом деле и как можно жить. С другой стороны, хочу сказать еще одну вещь, которая мне сегодня пришла из России. Уже люди в России говорят о том, что действительно российские войска агрессивно вошли на территорию Украины. Это только начало. Нет лжи, которую невозможно было бы вскрыть. И она будет сейчас с каждым днем, с каждым месяцем все более и более приходить в наши умы. Спасибо большое. Дай Бог, чтобы это было только началом. Господин президент, спасибо огромное, что присоединились к нам. Спасибо. Спасибо. На этом будем заканчивать. Таковы подробности этой недели. Встретимся через неделю, в следующее воскресенье.